Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive. У нас день тираннозавров, секодонтозавров продолжается. Ну, а я буду сражаться в синенькой редкой башенке. Сколько нам здесь битв предстоит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь битв, ребятки. Семь битв, кстати, вот у нас мы только проходили обычную битву, там было пять битв. То есть не одна, не три, как раньше, а у обычной стало 5, а у редкой стало 7. То есть они типа как усложнили. Но на самом деле мне это только в плюс. Мы больше сможем получить призов. Три приза, и у нас там редкий гибридик, да, там есть. Так, у нас будут броники. Будут броники, давайте будем менять нашу команду. Такой командой мы сражались в прошлом бою, она, думаю, уже никому не интересна. Кем будем сражаться мы сейчас? Кого будем брать? Аллозавра, ё-моё, давайте возьмем аллозавра, я не сражался аллозавром-то. О, гибрид, мне очень нравится, амаргоцефал. Давайте обычного этого возьмем. Саркича возьмем. Какого-то раптора возьмем. Дилоса взять можно. Так, ну у меня тут 10-й, вот этот будет у нас в награде. Димитрича возьмем, допустим. И давайте тебя мы пока что сменим. Может, он понадобится нам на более сложных уровнях. Крокодильчика взять, что ли? Давайте вот обычного возьмем. Помчались. Так, бой по заявкам выполнен. Туду-туду. Так, берем пока что самых слабых по уровню. Победите всех. Так, у нас 3 на 3 идет с самого начала. Берем Флаффи. Против него Анкилозавр. Анкилозаурус. Так, ну, мы ходим быстрее. Минус 90 на один ход. Что у него тут по ударам? Да ничего у него по ударам нет на самом деле. Ну, здесь понятно, вы хорошо проходили удары сквозь щит. Но мы, так скажем так, ознакомливаемся с разными динозаврами. Да, ну да, мы его так будем долго пробивать. Несмотря на то, что он 7-й левел, а он еще нам криты выдает. 5% шанс, и он нам выдал крит. Ну, зато мы хоть щиты можем снимать. Это радует. Давай, Флаффи. Оу, целых 50. Это просто шикарно. Ну, он сейчас щит использует, и я использую очищение. Не, ну не так уж долго мы его дымажить будем. А он, смотрите, все не использует и не использует щит. Ну, по барабану мы и так можем посражаться. Просто будем деклассировать его, так сказать. Ноль. По нам прошел просто ноль. Это круто. Ну вот так. У него аргентинец это ли кто появился? Апатич появился. Ладно. У него нету сильных ударов. Ну, подменяться мы особо не спешим. Так, ну, нужно бы подмениться. Нам же нужно разными динычами подражаться. Так, заморозка... Так, ты спала и опять появилась. Ну, блин, не прикольно. Наконец-то мы можем подмениться. Давай, Димитротон, ё-моё, попутал. Чисто на плавник посмотрел, по роже они, конечно же, без вариантов не перепутаешь.
Так, это у нас редкий, да, Димитродончик? А секонд эпический. Нам на замедление пофигу. Ну, жаль, что у него только сквозь щит, а не сквозь броню. Удары. Хотя у нас тут брони-то и нет. Нормалек. Так, еще кто у нас? Скалозавр, самый крепкий бронированный нас, да? Сороковичка. Но у Монастига топса 30 по броне. Ну, слабенько бьет, конечно. Слабенько. Надо было этот удар использовать раньше. Ну, пробей его критом, супер ударом. 620. Не смог. Так, ну вот Дилос, давайте Дилос возьмем. Это у нас обычный Дилос получается. Вот так. Плюнем прямо в морду. Ух ты, блин, прям как чужой кислотой какой-то плюнул. Отлично, в принципе, супер флаффи надо убрать с команды сейчас. Мы уже им достаточно посражались. Нет, не так. Идем сюда. Изменить тебя. Тебя убрать. Кого поставим? О, давайте вот тебя поставим. Ну, Алыч, короче, будет разрывать. Алыч будет разрывать. Вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь можно идти вообще одними хищниками. Кстати, а как зайдет здесь команда одними рапторами? Кстати, нужно попробовать будет одних рапторов. Потому что в смешанных боях одни рапторы не заходят. А вот в таких боях рапторы зайдут отлично. Ух, такая мелочь, а так шандарахнула. Ого! Вот это он шандарахнул. Лучше бы ты, мелочь, уклонилась. Ну, не уклонилась. Мелочь не уклонилась. Так, еще раз Дилос. Восемьсот, вау. Это больно было. Так, это у нас что? Ух ты, прикольный был такой прыжок, лапы, ноги в стороны. Вообще-то я думал, что это будет очищение себя. Ну ладно. Снятие положительных эффектов с противника ж получается. А это что? Снятие положительных эффектов тоже с противника, понятно. Ну, что есть, и мы бьем. О, щит, отлично. Дилос как раз для этого годится. Щиты — это у нас тоже положительный эффект. Блин. Хотел взять второй, увидел, что он занят, и тыкнул не то. Ну ладно. Тоже не беда. Тоже штука полезная. Но с себя, к сожалению, лучше бы один удар был снять с себя, негативный эффект, а второй снять положительный с противника. Было бы больше толку. Так, нам прилетел крит. Пробивай. А, броня не даст. Блин, на тоненького выжил. Снижение урона не будем брать. Если следующий противник будет нас медленнее, то мы сделаем снижение урона, и это будет хороший бонус нашему следующему динозавру. Ну, он будет медленнее, скорее всего. А Марга, потому что все-таки Дилос — это шустряк. 124, но не такой же шустряк. А трупик можем? У нас трупик нельзя менять. Давайте трупиком будем сражаться. Так, Чарли.
У Амаргича есть броня, да? Нет брони. Так, ладно, тогда сейчас возьмем, давайте, команду рапторов. Как раз выкинем тех, кем мы уже посражались. И можем взять команду рапторов. Посмотрим, сможет ли команда рапторов эффективно сражаться. Не туда, не туда. А вот сюда. Так, изменить. Ищем рапторов. А у меня блюха прокачана сильно, да? Ладно, давайте искать из более простых. Так, есть пирораптор, допустим, 10-й возьмем. Так, вот у нас есть наш слабенький раптор. Тебя сменим. Шустриков надо набрать каких-то. Шустриков. Вот Димитрич обычный. Орекса можно взять, кстати, в команду. Неплохо зайдет, я думаю. И того раз, два, три. Блин, ну... Ну как-то... Как не то, что я хотел. Хотелось бы рапторов, но у меня слишком шустрые рапторы получать. О, 13-й есть. Во. Вот, 4 раптора слабеньких возьмем. Ну, как слабеньких, относительно. О, появился пастозух. Идем дальше. Ну, не подкачайте. Ходить они будут всегда первыми, это факт. Берем слабенького. Ютараптор, черт, надо было не ютараптора брать. Надо было обычного раптора брать. Минус 50 к урону от цели, потому что... А цель у нас не умеет сильно бить. Но дымажить надо было сейчас, потому что щит он поставит. Так, удар... Снимающих ударов у нас, наверное, нету, но ладно. Ну, смотрите, хорошо держится он там против раптора. Щит-то будет стоять сколько? 3 хода? Ну, вот ослабление атаки реально только сможет спасти. А так бы уже пробил. Уязвимость все-таки. Ауч. И сквозь щит, и сквозь броню может еще и не пробить. Он впритык, видели? 233. Но мы зато не боимся, то есть мы, наш динозавр всегда будет 1600 здесь. А шанс крита какой? Плюс 40, ну давай, может больше получится. Ну да, нормально получилось. И он использовал свой сильный удар на 1,5. Так, берем нашего второго слабого раптора. Эхо. И, естественно, двойной максимум урон. Так, а как интересно, какая аббревиатура очищения себя? Ладно, обычный. Здесь брони нет, щита нет, все просто. Так, а вот здесь все непросто. Ты у нас кто? Дельта. И Чарли. Ну, на самом деле, без разницы. Ну, он, кстати, может и пробить нас. Ну, вот после снижения урона не пробьет, но в целом да. А, ну нормально, хуй. Я подумал, что это уже... Я потерял двоих. Нет, мы можем еще позволить себе потерять одного.
Так, ну и вот тебя, да, берем. Здесь у него есть удар с подменой, который заблокирован пока что. Ну вот так вот, да. Ну, в общем-то, чтобы команда рапторов вообще-то могла жить, она должна быть существенно сильнее по уровню своих противников. Ну, в общем-то, не особо жизнеспособная команда, да? Но чисто ради интереса я ее брал. Так. Ну, помчались. Кого будем брать? Так, кого не брали, того и возьмем. Давайте еще Дилоса. А потом, после этого боя, может, или следующего, сменим команду. Давайте Рекса. Давай Рекс, Джен 2. Ну, как раз тут сквозь щит. У этого парнишки хороший щит. Но он шустрее. У него тоже удар сквозь щит есть. Ого! Если бы выжил, он бы еще того гляди добил нас. Ну, один удар должны выжить. Хотя не факт. Выжили. Это было больно, ладно. Выходи, Алыч. Танкуй. Ай-яй-яй, не... да, надо было другой удар брать. Ну хотя, у него и то есть. Так, а Марго появился. Тормозить будет нас, у него удары по полтора с замедлением. Будет больно. Ай, крит. А, Алыч молодец. Какой у него шанс крита? Что он так неплохо раздавал. Так, еще три боя, ребятки. Давайте глянем, какого уровня у нас тут будут противники. Уже 12-й, да. Покрепче стали, ребятки. Потому пора нам избавляться от дохликов. Ну как дохликов? Не совсем дохликов. Секадонт. Давайте попробуем Секадонта взять. Тебя заменим. Ну... А, ну вот, вот так вот точно. Все, мы готовы. Секадонт против... пойдет. Давайте возьмем оранжевых. Так. Ну как раз он сейчас short defense, потому я не хотел использовать вот этот первый удар наш. По феншуй будем атаковать. А крита все нет и нет. Ну это просто уничтожитель бронированных. Ну наконец-то крит прилетел.
Ну, крит! Молодец. Вообще не страшно. С критом можно бы и пробить его. А-а-а, вот это облом. Ну, не для нас, конечно же. Оу! Ну давайте, раз такая возможность есть. 1.12 секадон, да, неплохо так раздал. О, сквозь щит. Но мало. Так, невосприимчивости нету, да? Шикарно. Так, давайте нам приз. Такое мы уже видели. И эпик. Эпик нодопатозавр. Отлично. Уа, так, хорошо. Так, тебя возьмем, тебя. Давай, Амаргич, я в тебя верю. Кто кого? А, это была контратака. Ух, я-то уже испугался. Ну, вообще практически его не дамажим. Ну, поставим тоже щит. Так, у него сейчас щит исчез, как и наш исчез. Замедляем снова. Мы же все-таки помедленнее получаемся. Так, это у нас полтора, да? Ну такое, да? Битва получилась у нас довольно долгая. Ну, возможно, уязвимость надо было ему зарядить пораньше. Но уязвимость нужно как раз так делать, чтобы щит у него пропал. Контратака его добьет. В этом, конечно, и прелесть амаргоцефала. Есть контратака. Можно использовать опережающий удар, потому что мы всегда даем сдачу. Анкилодонушка ты наш. Это было больно. Ну да, я ему пофигу, да? Ему на все пофиг. Ладно, мы его все равно теряем. А он себе щит поставил. Это нехорошо. На тебе секадонт. Как раз для этих дел. Они очень похожи.
Появился Амарго. Хотя, ну, ладно, не надо было меняться сейчас. Сейчас мы в тупую сольем, ну ладно. Захотелось. Это будет битва титанов. Довольно больно. Но это урона не наносит. Впрочем, аморгозавр эта штука не очень нужная. Ну, я не хочу подменяться просто на секодонта. У нас здесь задача другая. Повеселиться. Ну, как раз против полтора его урона мы поставили непробиваемый щит. И на тебе еще раз уязвимость. Vulnerable, или как он звучит по-английски. Ну и добиваем, в принципе, уже. Так, ну еще один боечек нам остался. Косарик, это вам не просто так, это круто. Так, вот так. Крепкие ребята, кстати, еще нам наваляют, того гляди. Первый пойдет тогда Алыч танковать. 500, а в следующий раз получим 700. О, полторушка. Если он вдруг щит поставит. Как раз так и случилось. 600. Но щит тебя не поможет. Алыч просто уничтожитель панцирников. Ну как Терекс был раньше, да? Пока у него не забрали эти удары. Оп. Пробежали, да? Давайте Уранича вызовем. Это нас вообще никак не печалит. Да и просто очищение и добивание. Отлично. Другие удары пока что рано использовать. Сейчас пойдет паралич. Так, мы довольно шустрые, 114. Ну, довольно медленные. Но не медленнее, чем наш оппонент. Есть паралич. Есть еще 500. Ну, минус броня, конечно. Ну ладно, давайте заменимся. Чисто по приколу. Кто сейчас получит по морде? Ну, это тот, кто даст сразу отпор. Это же у нас один из самых тяжелых динозавров. Среди панцирных, так получается. Так, давай-ка ответочку и ударочку.
И последний наш удар. Вот такой вот. Семь побед. Три 500, это круто. Надо заврик, это хорошо. А маргозавр тоже неплохо. Ну, ни одного эпика не дали, представляете себе? У нас даже в обычном турнире были эпики. Короче, ну, такие вот дела, ребятки. Так что пишите в комментариях ваши комбинации. Пишите, наверное, лучше четверки динозавров, поскольку у нас сражается именно четверка. Потом пишите пожелания по четверочкам. То есть и в башенках я буду брать ваши комбинашки. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.